Всем привет, с вами снова Атлантис, и сегодня очень много. Хочу представить очередную распаковочку, очередные свои посылочки, пришедшие сейчас в магазин Алиэкспресс. Ой, тоже стелсовская, но на ощупь я, кажется, знаю, что там есть у нас. Это безделушка для, ну как сказать, это, ну да, на ощупь это, по-моему, это есть. Вот там еще вклеено. Авто, да, оно самое. Это вообще, скажем так, детский лепет. Ну, с одной стороны, кому-то может показаться. Но мне это надо для одной вещи. Точнее, для постройки одной сценки, плюс-минус. Не знаю, когда-нибудь, может быть, я ее все-таки доделаю, и вы это увидите. Это вот такой вот стаканчик в шестом масштабе, 1.6, для, ну, если кто знает, фигурки там типа отход Тойса 1.6. И этот стакан чая с лимоном там, мне уже приходило парочку других вещей, еще будут заказываться как-нибудь. Нужно, ну, есть идея постройка одной сценки, так что такие вот атрибутики для этой сценки я потихоньку заказываю. Нету прямо, скажем так, при огромнейшей цели прямо построить это сегодня, завтра, там через месяц. Нет, как-нибудь, может быть, к Новому году дострою сценку, может, и нет, ну, когда-нибудь соберу. Ну, вот потихоньку такие вещи закупаются. Так выглядит здорово. Он лимон прорисован, сам чай с чем-то там внутри, я уже не знаю, что это, может быть, лед, наверное, типа чай со льдом, скорее всего, это куски льда как будто. Ну, прикольно, смотрится очень, кстати, здорово и красиво, качественно сделано. Ну, а на этом все, спасибо всем за внимание, надеюсь, вам это понравилось. Также, как всегда, подписывайтесь, комментируйте, ставьте пальцы вверх, всем счастливо, пока и до встречи.